Всем привет, всех с наступающим Новым годом, всем удачи, здоровья, успехов желаю в Новом году, ну, который будет, да, в принципе, уже на этой неделе. Сегодня у нас 28 декабря, сегодня слушаем Шиза или Шайза, как, ну, как правильно он, типа, читается, да, и Лукманапа Уэйт. Блин, что ж такое, это будет интересно. Вышел клип, да, давайте смотреть, в принципе. Что тянуть, да? Интересно будет. Вроде бы у них уже был фит, я уже не помню, в какой песне, там что-то была... Реклама была, да, что-то там? Что-то такое, я помню, вроде бы. Либо не было. Но Шиза мы слушали. Стоп, это был. На кого-то он похож. Я сначала думал, что это Бакер, но мне кажется, это не он. Потому что, ну, не очень похож, но когда смотришь, да, ну, такое есть, типа. А так, кстати, очень классный бит. Ну, о чем, как бы, тут как бы поется, я не понимаю, понятное дело, это надо потом лезть в переводчик, смотреть там. Ну, в Genius лезть, короче, смотреть надо будет потом. А так, уверенно, классно. Шиза и Лукманапа — это классика. Вот с этим не поспоришь. Очень классно ворвался, в принципе. Он тут звучит как-то, ну тоже мелодичнее, но выделяется все же своим голосом классным. Мне нравится. Меня костя, окей, так, чтобы качала ваша башка, да. В образах народа на связи, Шиза и Манапа — это классика. По фанатике, каждый по-своему тяж на автоматике. Мы вышли в кураж, пустая тактика. Работает много, это и есть практика. Старая или новая школа, разницы нет, но в любом океане акулы. Как бы там, что бы там не было, мы всегда свою линию ловим. В городе полно ворота, я пишу треки для своего блока. Там, где любят законы, там, где зуб за зуб, око за око. Помню, как все начиналось, еще со школы, увлекся рэпом. В комнате мапа, газеты, плакат, лапа. Теперь он моя слава, цитаты. Так что хватит быть актером, уже пора стать режиссером. Нажимай на упоры, наплевать на разговоры. Наши треки по-любому останутся на улице. По-любому, все не просто так. По-любому, все, что есть у нас. По-любому, эй, бери карабул, капкар, Бишкек, Шимкен, Бишкек. Шимкен, Бишкек,
Ну что могу сказать, мне очень понравился бит, очень классно они тут звучат оба, ну, кого-то выделить это нельзя, да, на самом деле, то есть, ну, мне оба понравились, и, ну, что сказать, типа, они поют там, наверное, о себе там, да, о блоке, все такое, то есть, о музыке, о периодах каких-то в жизни, да, наверное. Просто, где у Лукманапа я понял, а у Шизы я, ну, как бы, я же этого языка не знаю, естественно. А клип классный такой, знаете, в стиле какого-то муд-видео, да, такое, как было у Лукманапа в клипах много раз, вообще. Классно, мне понравилось. Не знаю, что добавить, а добавите вы своим комментариям. Мне будет очень приятно всех еще раз с наступающим 2022 годом. Всем удачи, успехов и все, чтобы у вас было хорошо. Пока всем.